Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Vico Y60 сбросить настройки DRM. Заходим в настройки. Далее, система, сброс настроек, сброс DRM. Сброс DRM и нажимаем ОК. Появляется надпись «Лицензии успешно удалены», которая означает, что все прошло успешно. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!